Отгуляли мартовские, готовимся к майским праздникам. Самарцы активно планируют грядущий отдых. И по сообщению местных туроператоров, некоторые направления уже сейчас заполнены на 60%. В топе предпочтений – Турция. Традиционный для россиян шоп-тур, прямые чартеры из Самары и перенесенные с 2020 года бронирования сделали Анталийское побережье безусловным лидером на майские праздники. Прельщает самарцев карантинная политика курорта. Кроме того, турецкие ательеры ожидают отмены требований ПЦР-тестов для туристов с 15 апреля. Напомним, сейчас на границе нужно предъявлять ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда. Анталийское побережье – это будет порядка, отели пятизвездочные, порядка 25-30 тысяч на человека, недельный отдых, на все включено. Если же вернуться к Стамбулу, то это порядка будет 20 тысяч, недельный отдых на человека, но уже на базе завтраков или без питания, потому что там отели несколько другой направленности. В сравнении с предыдущим годом такой отдых для россиян обойдется дороже на 25%. Связано это с изменением курса евро и ростом издержек. Спрос также сыграл свою роль. Ведь из-за пандемии из любимых направлений россиян остались открытыми только Сейшелы, Дубай и Занзибар. А это другая ценовая категория. Что касается Европы, то она этой весной в нужных для российского туриста объемах открыться не успеет. Потому львиная доля самарцев решила провести майские праздники на курортах России. Это прежде всего наше Черноморское побережье, это Сочи, Крым. В этом году, в этом сезоне у нас будут прямые рейсы Самара-Калининград. Стартует программа как раз с конца апреля, и уже вовсю идут продажи. Будет удивлять туристов в майские праздники и Самара. Экскурсоводы анонсируют маршруты, интересные как гостям города, так и жителям губернии. На майские праздники мы готовим около 7 новых программ. Планируем охватить все интереснейшие места нашей области. И, конечно, не забудем про хиты прошлых лет, такие как Подвальские террасы, село Ягодное, замок Гарибальди, Сокский карьер, Рачейский бор, ну и пешеходные прогулки, и теплоходные. Главное преимущество майских выходных в Самаре – экскурсионные маршруты обойдутся в доступные 500-2,5 тысячи рублей на человека. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.